В Великобритании две школьницы покорили небеса, стоя на крыле самолета. Это опасное развлечение имеет специальное название – вингворкинг. Экстремалы поднимаются в воздух, держась за специальные тросы. Они позволяют передвигаться по крылу и даже исполнять различные фигуры. Юные англичанки трюков пока не делают. Девятилетние девочки Роза и Флейм только учатся. Они самые молодые вингворкеры в мире, а среди их наставников чуть ли не все родственники. Большинство членов моей большой семьи получили звание пилота. Наш прадедушка тоже пилот. Многие из них занимаются вингворкингом, поэтому можно сказать, что это у нас в крови. Этот полет провели в благотворительных целях. Таким образом, хотели привлечь внимание к тяжелобольным детям, которые каждый день нуждаются в помощи и дорогостоящих лекарствах.